Что-то не помню. Привет! Да, сейчас мы будем делать гусеницы. Да. Вот такие я заготовки сделала, они как бы по овальчике. Да, их вот много. Да. Вот. На одной штучке можно сделать вот такие вот рожки. Да. Потом будем делать здесь мордочку. Патрику. Да, сейчас будем их заклеивать. Вот так вот надо их согнуть, вот, чтобы они все стояли. Ну что, Глеб, начинаем. Да. Берем клей и клеим вот эту часть, нижнюю. Да, низ. Клеим. Да, заклеили низ. Теперь берем, давай, ставь, да, ставим вот сюда. Это. Да, теперь еще тоже низ клеим. Давай, клей чуть-чуть добавь. Сейчас такую красивую гусеничку сделаем. Она теперь будет нашей домашней любимицей. Вот, бери вот такой, да, голубенький возьмем. Да. Вот так вот приклеим. Опа, поможем чуть-чуть. Да, вот клеим. Ну, вот, берем половинки, клеим половинки, да. Только тут не выходи за гранички. Угу. Ну что, теперь берем еще. Да. Вот, оранжево. Опа, отличненько. Вот сюда тоже половинку клеим. Добавляем клея. Угу, давай еще следующая. А это? Неудобно держать, сейчас поправим тут. Вот, поправим. Получить вот это? Да, чуть-чуть. Угу. Угу, яичко, давай. Вот. И тут можно вот так вот взять расстояние, вот видите, поставить. Вот так, кстати, красивее выйдет. Надо? Да, вот сюда, давай клеим. Хватит. А теперь надо? Да, вот мы и закончили. Гусеницу, да, все, можем ставить клей. Да, вот так вот чуть-чуть на гармошку складываем. Сейчас чуть-чуть она пролежала. И теперь можно выпрямлять. Сейчас мы выровняем. О, прям флаг Украины тут у нас получился. Прикольно. Вот. Вот такую вот гусеничку. Да? Можно сделать мордочку. Ну, так как мы тут не художники, будет у нас самодеятельность. Сейчас нарисуем бровки. Глазки. Вот. Нарисовали. Ну, такой носик можно прикольно. Вот. И опять ставим. Гармошечкой. Вот. Вот и все. Вот такую гармошечку мы сделали, да? Вот такую гусеничку. Теперь вот берем так за хвостик и вот так вот вводим. Давай, вводи. Ух ты! Гусеничка. Потом она превратится в бабочку, да? Да.
Да. Ну что, всем говори пока. Пока.